В Москве за решетку попал генерал-майор милиции, сотрудник российского бюро Интерпола. Вот кадры оперативной съемки, которые сделаны в момент задержания высокопоставленного стражи порядка. Мужчина держится с достоинством, пока ему не сообщают. Всем известно, что к правоохранительным органам он не имеет вообще никакого отношения. Используя свою убедительную внешность, аферист сам присвоил себе звание генерала и собирал с предпринимателей деньги, обещая продать недвижимость в Москве по заниженным ценам. Хвастался своими связями в префектуре, в правительстве России, показывал поддельные фотографии с первыми лицами государства. Коммерсанты проникали к нему доверием и отдавали ему деньги, после чего этот мужчина скрывался. Сколько всего денег удалось заработать аферисту, пока непонятно. Задержали мошенника при получении 500 000 рублей. Лже-генерала заключили под стражу, а в его квартире оперативников ждали еще несколько сюрпризов. Форма генерал-милиции, поддельное удостоверение, а также фотографии с очень известными в стране людьми.